Управление по кинематографии при Министерстве культуры Республики Татарстан, Казанская студия «Кинохроники» представляют Государственный оркестр кинематографии Республики Татарстан, заслуженная артистка Республики Татарстан Лилия Чугунова в фильме «Лилия. На фоне джаза». Дональдсон, Мейкин Вупи. Добрый вечер. Another bride, another Jew, another honey, old honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, gonna groom his nails, he lost his twice. It's really killing that he's so willing for making whoopee. Папа играл на баяне, на аккордеоне, на гитаре, на семиструнной. А мама меня пока в садик вела, она говорит, ты пой, чем-то же надо заняться полезно, пока идем. Дорогу занимаем, все, время идет на пользу. И она меня заставляла петь и в автобусе, и, значит, в транспорте в любом. Люди хлопали, умилялись. Выходила на каток зимой. Мальчишки, которые играли там в хоккей. Ну, они постарше были меня, мне лет, наверное, 4-5. Постарше, ты иди вставай в центр катка, и они садились на забор, и все вместе кричали: «Браво, браво, Лиля, пой!» И я, значит, с таким, с радостью, ведь прям вот артистка на сцене себя ощущала, пела: «Червону руту не шукай вечерами». Дальше слова забыла. I love to dance my shit on the heck and the back. I love to hit my little bone, the tickety-clack. I'm falling on my table, said your pen is the Mac. I'm falling on my name, I said your brother's the Mac. So check me out, but you the check. Check, choo-choo, choo-choo, chiboogie, ooh, ooh, chiboogie, choo-choo, choo-choo, chiboogie. Take me right back to the track, check. Потом мы переехали в Казань. Мама отдала меня в музыкальную школу, но я там училась очень недолго, потому что было лень и неохота. Ну, как любому ребенку, неохота была. Все. Потом мы с девчонками создали свой ансамбль вокальный. 6 человек нас было. В общем, с этим ансамблем мы стали занимать первые места на конкурсах самодеятельности. Нам это нравилось. Я не поступила ни в театральное училище после школы, ни в музыкальное училище, куда очень хотела, на вокал. Нигде меня не приняли. И меня сестра устроила транспортное управление. И вдруг мне звонок. Мы, говорит, слышали, что вы очень хорошо поете. К вам ремонтник приходил. Он, говорит, гитарист в нашем самодеятельном ансамбле как раз. А руководителем был Сережка Кожевников. Ну, он к Дерингу меня привел. И Деринг, когда послушал, а я тогда пела Пугачева, влюблена, все. Знаю, милый. Деринг послушал и говорит: ты знаете, надо, Лиля, попробовать. Почти 60 лет назад в Китае, в Шанхае, в оркестре Олега Лундстрема прошел свои университеты молодой саксофонист Виктор Деринг. Потом Россия, Казань. Для Лилии он как папа. Папа Деринг. А это муж. Тот год оказался для меня счастливым. Я нашла работу у Деринга, и я познакомилась со своим мужем. В бухгалтерии работала одна женщина, Зоя Санна Бычкова, которая, когда я уходила, она говорит: Личка, а ты куда поступать идешь? В институт культуры. Она говорит: а у меня племянник приходит из армии, и он тоже туда идет. Она говорит: если вот ты с ним встретишься, там Игорь его зовут, передай ему от меня привет. Вот я ему передала привет, и с тех пор мы вместе уже 17 лет. То есть вот как-то здорово. У меня появилась семья. Мы отделились от мам с папами и решили жить самостоятельно. Мы снимали квартиру, нам надо было платить за квартиру. Нам нужно было обставлять хотя бы какой-то свой угол. У нас появился ребенок, хотя бы даже детская коляска или кроватка. Все это нужно было приобретать. Денег очень мало. И, в общем, Игорь вынужден был тогда уйти из театра. Уйти и на железную дорогу. В общем-то, это его была мечта. Он говорит: я всегда мечтала стать машинистом. Призвала дорогу-то, видимо. Так он теперь начальником поезда работает, в общем-то, уже много лет. В
вырастили дочку Леру. Так, Леронька, ты лук принесла? Теперь да? Лилия растит музыкальную смену. В школе, единственной в Казани с эстрадным уклоном, Жанна, и в университете культуры и искусств. Не скажу. Тише. Солистка сюда. Джаза, давай. Она ведь не сама по себе. Василий, давай. Ее голос – особый инструмент в ансамбле. Я, конечно, испугалась, когда увидела столько мужчин, да, 20 человек, и вдруг я одна. Страшно до безумия, никакой поддержки, никакой, ну страшно, нет мамочки рядом. Ну, что делать, как петь, чтобы им было не было стыдно за меня? Вот что надо было сделать. От нее исходит такая положительная энергетика, подбодряешься, даже если до этого как-то, может быть, что-то и не ладится, то Лили выходит, улыбается, начинает петь, и как-то само собой поднимается настроение, начинаешь лучше играть. О Лили можно, наверное, говорить очень много, и очень много хорошего. Это высокого уровня певица. И очень профессионального класса. Как исполнять джаз, очень трудно написать. Его можно либо чувствовать, либо нет. И Лилия это делает просто великолепно. Краткий беззаботный миг. День рождения Виталия Жемчугова, дирижера оркестра. Вообще-то их жизнь – репетиции, концерты, звукозапись. И все по расписанию, по часам, по сигналу. Хорошо, сначала? Да. Поехали. Как-то стало жить, не появляется у нас на небосклоне вот люди, которые к джазу вот так же, как я, допустим, пришли. У нас единственная школа музыкальная, которая к джазу, да, имени Лунстрайма, 16-я музыкальная. Вот. И как бы там собирают джазовые педагоги, и слава богу, что они вместе хоть какой-то дают детям толчок. Уже по джазовому получается, да? Вот чувство свинга рождается с акцента на вторую долю. Успехами, что ли, моими, да, в джазе? Начались просьбы от молодежи. А я хочу с вами позаниматься. Так вот я и в институт попала. Туда позвали, там открыли эстрадно-джазовое отделение. Смотрите, какая пауза. Почему бы вам здесь не вдыхать? Вот. А вы перед самым уже, перед вторым разом. Арго! Такой будет. Арго! И причем это сделается все одновременно. Получается такой... Давай сначала. Помягче начните. От того, что рот открывается, не должно быть. Все ради этих вот минут, среди своих и без оглядки. Что скажут, что напишут, это все потом.